Чудесное сентябрьское утро. Мы приехали в кузовной цех ОМЗАП, который находится по адресу Москва, Капотня, 32. Пойдемте посмотрим, как наши мастера превращают тыквы в кареты. Раннее утро, цех еще пустой, никто не будет шуметь, мешать. Это элементы, которые уже готовы. Буду вставлять материалы по автомобилям, которые поступили в ремонт. Hyundai Creta, значительные повреждения лакокрасочного покрытия, плюс коррозия капота и пятой двери. Автовладелец приехал и указал на один незначительный дефект, который был под задним стеклом. Ну, в результате дефектовки оказалось, что повреждения почти всей двери были. 6 или 7 локальных очагов коррозии и также по кромке капота. Это со всеми любимого Grand Starex окрашенная дверь, двухцветная, металлик и темно-серый цвет. Капот от Audi, сейчас к Audi пройдем, посмотрим. Kia Mahav. Лобовую дарбу. Предлагали автовладельцу поменять телевизор, потому что он весь изорванный, изодратый, весь в дефектах, но он не смог пойти нам навстречу, ему пришлось восстанавливать. Капот уже прикинули, также вот автовладелец привез капот. Вот здесь вот такие вот, смотрите, штуки повсеместные. Повреждения и геометрии капота, и его красочного покрытия, весь в царапках, в маленьких ямках. Ну, ржавчины хотя бы нет, уже хорошо. Ну, тут немного работы осталось пока по Махаву. Стапельные работы здесь уже закончены. Крыша Тосан. Крыша уже почти готова, все приварили. Самое интересное, была провалена крыша. И потом специальным клеевым составом загерметизированы все швы. Проверяли крепкость и надежность клеящих свойств этого состава. Приклеивали две пластинки между собой, разорвать их никто не смог. Также крыша не новая, видите, она вся в дефектах незначительных. Просто так ничего не получается сделать. Приходится доводить все элементы до ума. Ну и все, в целом-то геометрия четко встала. Без каких-либо проблем. Также сейчас вставлю картинку, какой автомобиль был, когда поступил к нам. Астра. Правая дверь, замена и вот ремонт крыла, порога. Самое неудобное в ремонте это вот такие вот моменты, когда нету ребер и форма сложная. Как мы можем видеть, здесь внутри каемка такая, выштамповка. Здесь ребро и здесь еще полукруглая в нише двери. Обычно здесь идет просто ровный стык, ну какой-то кантик, возможно, а тут прям какая-то форма специфическая. Пришлось здесь повыеживаться, так скажем, при ремонте. А так все в целом, все четко. Дверь подкидывается. Ну, сняли дверь уже, потому что к малярке готовится автомобиль. А, и самое интересное, пройдем, посмотрим Audi. Audi у нас уже на легком, на низком старте. Камере сегодня будет окрас специфический, там трехслойка, перламутр, как любят делать японцы, но и немцы тоже не брезгуют. Audi обклеена, как вы видите.
Так, вот это все у нас теперь выглядит. Сегодня будет производиться окрас. Также все моменты по Audi снимем, потом по окрасу покажем вам. И финальный результат, и стоимость работ. Здесь, конечно, пришлось повозиться. Кузов вроде как оцинкованный, но... И цинк подвержен коррозии, когда запускает владелец автомобиль. Приходится потом повозиться с устранением дефектов. Также посмотрим на автомобили, которые уже почти готовы. На уличной парковке у нас это всем знакомый Sorento. Постоянные зрители знают эту историю. Кузов уже отремонтирован. Ожидается поступление двигателя. Двигателя тут нет. Владелец где-то пытается починить. Prime. Ждем запчасти, чтобы собрать бампер. Также у нас стоит самый красивый минивэн последнего десятилетия. Hyundai Staria готов к выдаче в шикарном цвете. Когда нет прямых лучей света, он просто черный, а когда свет на него попадает, смотрите, как переливается синий, золотистый. Чудесная машина. Ну, на этом все. Приезжайте к нам на ремонт. Капотня 32 ОМ ЗАП.